Добрый вечер. В первый день весны в Латвии прогнозируется дождливая погода. Ночью будет переменная облачность. Кратковременный дождь пройдет на севере и северо-востоке страны. Днем 1 марта осадки перейдут на всю территорию Латвии. Ветер переменного направления будет слабым, до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 5 градусов. После полудня ждем плюс 3, плюс 7. Теперь о погоде в Риге. В столице в среду днем воздух прогреется от 3 до 5 градусов. Градусов выше нуля. Ветер слабый. Во второй половине дня прогнозируется дождь. Медицинский тип погоды завтра второй благоприятный. На этом погоде у меня все. Приятного вечера и до свидания.